«Хождение по мукам» Алексея Толстого – одно из немногих произведений, где запечатлена Самара, и, по мнению литераторов, самое значимое. Как именно город проявляется в произведении Алексея Николаевича, разобрал Михаил Перепелкин в своей новой книге «Ходивший по мукам. Самарский кот в трилогии Толстого». Вдохновением к созданию книги стал его проект 2017 года «Читаем Толстого» на телеканале «Самара ГИС», в котором известные люди города читали произведение «Хождение по мукам». Именно тогда Михаил еще раз отметил для себя многие образы, которые заинтересовали его при первом прочтении книги. Художников такого уровня, как Алексей Толстой, не очень много, да, прям совсем не очень много. И такого класса, такого уровня произведений, как «Хождение по мукам», тоже можно по пальцам пересчитать. И то, что в «Хождении по мукам» столько Самары, столько самарских страниц, ну, это нам всем огромный подарок. Я попробовал эти страницы перечитать чуть более внимательно. Создавалась книга в течение 5 лет. Михаил Перепелкин проанализировал самарские эпизоды исторического романа, а также документы, воспоминания, газетные публикации того времени и выявил прототипы героев, географические локации, события и многое другое, что послужило историческим материалом для осмысления и творческого преображения писателем. Для нас, историков, допустим, важен документ. Но сейчас мы опираемся на литературное произведение. Почему? Потому что нам при реконструкции событий необходимо вот эту живую ткань исторического процесса увидеть. Презентация книги и вручение подарочных экземпляров с подписью автора прошло в Самарской областной библиотеке, где с особым пиететом относятся к произведениям местных писателей. Мы всегда с удовольствием формируем наш фонд такими изданиями, понимая, что мы создаем историю сегодня для наших будущих поколений. И то, что есть такие исследователи Самарского кода, мы это очень ценим и благодарны и авторам, и тем, кто им помогает издавать такие книги. Прочитать книгу можно, взяв ее в городских библиотеках или купив в литературном музее. Презентация книги стала первым мероприятием в череде событий, посвященных 140-летнему юбилею Алексея Толстого. 13 января в Самарской областной библиотеке откроется выставка в честь известного писателя, на которой можно будет встретиться и пообщаться и с Михаилом Перепелкиным, чтобы узнать больше о самарском коде. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.